Мы начинаем искать причину той проблемы с кожей, которую вы озвучили. И тело будет работать само с собой совершенно спокойно. Левая нога. Вверху, в колени, внизу. Что за ощущение привлекло ваше внимание? Она как будто в невесомости. Хорошо. Ее вес где-то, но не в ноге. И вот это ощущение невесомости, давайте мы его отделим от вашего тела и изучим, что это за невесомость. Вот эту невесомость, как чувство, не задаваясь вопросом «как», вы просто позволяете этому чувству выйти из вашего тела. И эта невесомая нога сейчас перед вами. Давайте мы попробуем понять, на что она похожа, эта невесомая нога. Протез. Это необычный протез. Чем он необычен? На биоскелет какой-то, на доспехи. Хорошо. Но только доспехи необычные, они с какими-то микросхемами. Вот сейчас вы этот биоскелет отделили от своей ноги. Временно переместите внимание в ногу и почувствуйте, как себя чувствует ваше тело без этого биоскелета. Шатается в разные стороны. Чего ему не хватает? Прочности, устойчивости, чего-то еще? В невесомости весь. Весь в невесомости. Угу. Все то в себе, что вызывает чувство невесомости, снимайте и ставьте впереди себя. И смотрите, что это такое. Как это чувство выглядит снаружи? Это такое же, как протез. Полностью на все тело? Да. Все в микросхеме. Хорошо. Давайте мы поймем, в какой ситуации у вас оказалось это протез на все тело. Я считаю до трех и щелкну пальцами. И на щелчок пальцами вы окажетесь в той ситуации, в какой у вас появился вот этот всеобщий протез. Итак, раз, два, три. Что-то меняется вокруг вас. Вы начинаете понимать, что это за ситуация. Где вы и кто вы? Планета. Так. Все светится. Давайте поймем, кто вы на этой планете. Очень много построек. Я за атмосферой сейчас. Очень сильно крутит меня. Останавливаем кручение. Все спокойно. Вы останавливаете кручение, и вы понимаете, почему было такое кручение. Выбросила волну. Выбросила куда? За атмосферу. Хорошо. Выбросила волной откуда? Где вы были до выброса? Корабль взорвали. Снаряд какой-то попал. Давайте мы вернемся в тот момент, когда вы еще были на корабле, когда еще корабль был цел. Мы возвращаемся в этот момент времени. Вы на корабле. Смотрите, что на корабле. Попробуйте описать обстановку. Много экранов. Очень много. Что на экранах? Планета. Планета. Хорошо. Вы понимаете, почему именно эти отражения на экранах? Задача какая-то стоит. Это планета. Я боюсь. Вы боитесь чего? Плачьте, плачьте. Так выходят эмоции, это хорошо. Вы боитесь чего? Это какая-то внешняя угроза или что-то другое? Приказ. Нарушение приказа. Это вы нарушили приказ, да или нет? Да. Что вам приказали? Открыть огонь. По той планете, которая внизу, так или нет? Да, да. Почему вы должны были открыть огонь по этой планете? Все это уже в прошлом. Вы просто рассказываете то, что вспоминаете. Там были ваши враги или что-то еще? Нет, мирное население. Вы нарушили приказ, вы не стали открывать огонь, так или нет? Нет, нет, не стал. Хорошо. Давайте мы поймем, кто вы. Попробуйте осмотреть те части своего тела, которые вы видите. Расскажите, что вы видите? Человек. Можете ли вы описать вашу одежду? Костюм черный. И вот наступает тот момент, когда что-то резко меняется, когда в корабль попадает какой-то снаряд или что-то еще, что приводит к завершению этой ситуации. Что это такое? Взрыв. Кто это? Я с планеты.
Хорошо. Что происходит дальше? Вас выбросило за пределы атмосферы, так? За бортом. Вы еще чувствуете себя в теле, так? Угу. Как ощущает себя ваше тело? Вот именно в тот момент. Холодно. Хорошо. Где этот холод концентрируется? Везде. Сейчас вам становится тепло. Вы отпускаете этот холод, это память прошлого. Вам становится тепло, хорошо и спокойно. Проходит какое-то количество времени, небольшое. Что-то меняется в ракурсе вашего восприятия. Что меняется? Что происходит? Корабль вижу. Свой же. Какой он? Треугольный. Так. Черный. Хорошо. Горит. Все напряжение уходит, холод уходит, вам становится тепло. Тепло, спокойно, дрожь уходит, телу становится спокойно. Почувствуйте, как сейчас чувствует себя ваше тело. Спокойно. Вы больше не дрожите. Вы уже смотрите на эту сцену со стороны. Вы выпускаете из себя все то напряжение, которое было. И вот сейчас что-то меняется в вашем состоянии. Вы вспоминаете тот момент времени, когда что-то изменилось в вашем состоянии. Что изменилось? Скажите. Забрал. Давайте посмотрим, кто забрал. Кто вас забрал? Где вы? Лучом затянули. Так, затянули лучом. И где вы оказались? Отпускайте все напряжения. Тело отпускает все напряжения. Спокойно. Вас забрали куда? Это друзья или недруги? Не те. Это какая-то третья сторона? Третья. Зачем они вас забрали? Говорят, усовершенствуем сейчас. Вы создание, которое можно усовершенствовать? Вы человек или не совсем человек? Да, человек. Хорошо. И мы с вами понимаем, что именно хотели в вас усовершенствовать. Вы смотрите на эту сцену со стороны. Вы не ощущаете того, что происходило с тем вашим телом. Смотрите со стороны. Тело все поражено. Все эти поражения, все, что происходило с телом, всю эту боль вы сбрасываете с себя. Снимаете, как снимаете одежду. Снимаете с себя целиком и полностью. Выпускайте эти напряжения из вашего тела. Выпускайте. Освобождайтесь из них, от них. Они остались в прошлом. И чувствуйте, есть ли в вашем теле какое-то место, которое держит эти напряжения? Голова. Что в голове? Тело. Что в голове держит эти ощущения? Луч. Луч идет откуда-то? К вам? Нет, на кушке. Ко мне. Мы убираем этот луч. Луч исчез. Смотрите мысленно в вашу голову. Есть ли в ней что-то еще, что держит эти напряжения? Остался. Луч остался. Луч вы сделали или кто-то другой? Присоединил. Кто присоединил к вам? Те, кто забрал. Хорошо, сейчас вы хозяин положения. Сейчас вы видите, кто присоединил этот луч? Голова. Вы видите его голову? Угу. Какая она? На кого похожа? Плоская. Очень плоская в переднем заднем направлении. Вы спрашиваете самого себя, давали ли вы разрешение так с собой поступать, да или нет? Нет, не давал. В таком случае они не имели права с вами так себя вести. Говорит, меня не волнует. Нас не волнует то, что его не волнует. Мы убираем этот луч. Не хочет. Сколько лет назад это было? 300. Прошло 300 лет. Того тела, к которому был присоединен луч, уже нету. Луч остался в том теле. В этом теле только память. Он забирает память. Забрал? Говорит, еще увидимся. Это вам решать, увидитесь вы или нет. Он забрал эту вещь. А сейчас давайте мы с вами посмотрим, есть ли еще что-то в вашем теле, что заставляет чувствовать себя дискомфортно. И сейчас вы по очереди
единица за единицей начинаете находить следы тех воздействий, которые с вами когда-то произошли. Смотрите, что в плечах, и в грудной клетке. Есть ли там какие-то следы от старых воздействий? Забирайте. Вы уже знаете, что вы можете это сделать. Выносите из себя. Они перед вами. Отлично. И не просто сняли, а уничтожайте. Вы можете это сделать. Вы уничтожаете эту память. Все хорошо. Отлично. Есть ли еще что-то, что связывает вас с теми давними событиями? Или вы свободны? Да, на коленях. Следы одушевления этих доспехов. И вот сейчас вы можете их убрать точно так же. Все следы от вживления доспехов. Позволяйте вашему телу выбросить из себя эту память. Отлично. Уничтожаем. Посмотрите еще ноги. Все остальные части ваших ног. Нет, с этими следами все убрал. Отлично. Как вы сейчас себя чувствуете? Дрожь в теле. Из живота. Давайте мы просто от нее избавимся. Точно так же, как энергию, как чувство, эту дрожь, вы отпускаете из вашего тела, и она моментально выскальзывает вперед. Почувствуйте, насколько тело освободилось от нее. Полностью. А сейчас давайте попробуем понять. Эти старые события, которые вы вспомнили, как они связаны с проблемами на коже? Ваше тело хотело избавиться от нее. Или это не так? Вживляли. Вживляли. Сейчас вы убрали то, что в вас вживляли. Самое неуязвимое место. То, где экзема? Самое неуязвимое? Голень, да. Самое неуязвимое место. Там предполагалось такое, где вживлялись эти доспехи. Хорошо. У них есть корни, они под кожу такие уходят. И там закреплялось. Это биомеханические протезы. Доспехи протез. Давайте сначала мы проверим, все ли ушло из этой памяти. Смотрите на эти места мысленным взором. Смотрите. Чувствуйте свое тело. Вся ли память ушла? Та память, которой сопротивлялось ваше тело. Левый голеностоп. Так, что там? Остатки остались. Позвольте телу освободиться от этих остатков. Это память. Это только энергия памяти. Эту энергию вы сейчас отпускаете из себя. И тело, отдавая эту память, начинает восстанавливаться. И вы чувствуете, как оно начинает восстанавливаться. Или что-то там держит его еще. Не могу понять. Найдите то место, которое держит. По типу шарниры какая-то штуковина. Можно ли так понять, что ее тоже вставляли в свое время? Да. Сейчас от этого шарнира осталась только память. Снимайте этот шарнир. Освобождайте свое тело от него. И вместе с тем чувством, которое в голеностопе, убирайте из себя. Получалось? Угу. Делаем с ним точно так же. Просто на щелчок пальцами уничтожаем. Этих чувств больше нет в вашем теле. Свободы. Замечательно. Мы закрепляем это чувство. Вы наконец-то свободны. Теперь мы можем отпустить память о тех событиях? Или вы еще хотите что-то понять, узнать? Что за планета? Вы знаете, что за планета? Я спрашиваю, это Земля, да или нет? Нет. Эта планета в нашей галактике, да или нет? Нет. Эта планета далеко за пределами нашей галактики, да или нет? Далеко. Хорошо. Давайте попробуем понять. Тот приказ, который вы не выполнили, отнеситесь к нему сейчас. Попробуйте понять, считаете ли вы себя виновным в том, что вы не выполнили этот приказ? Или вы морально правы? Я понял, кто я. Кто вы? Наемник. Вы наемник, но вы пошли против приказа. Угу. Почему вы пошли против приказа? Семья. Семья была на корабле или там внизу? На планете нет. Вы защитили свою семью таким образом, так? И семью, в принципе. Правильно ли я понимаю, что вы поступили справедливо? Да, справедливость. И вы можете этим гордиться. Вы пострадали, но вы поступили справедливо.
Вы получили такой опыт. Это очень важный опыт.